Я уверен, что в ближайшее время, я сегодня пример приводил, в ближайшее время история, и мы с вами дадим четкий ответ на те вопросы, которые стоят сегодня. Кто же в этом виноват? У меня есть четкая уверенность в тех честности, справедливости, которая ведет Украина в отношении своей территории, в отношении тех шагов, которые направлены только лишь на независимость и территориальную целостность нашей страны. А как быть с востоком Украины? Какие будут отношения с Донецкой и Луганской областями? У нас прекрасные отношения с Луганской и с Донецкой областями. Единственное, что нужно пообщаться с теми людьми, которые там находятся, они вам сразу могут сказать отношение к Луганской и Донецкой республике. Люди перепуганы, если имеют возможность, они уезжают оттуда. На самом деле, я очень надеюсь, что без продолжения военных действий нам удастся найти точки соприкосновения.